Туве патрульные группы ГИМС проводят профилактику в рамках акции «Безопасный лед». Накануне 132 патрульные группы провели профилактические мероприятия на водоемах, туристических базах и образовательных учреждениях республики. На особом контроле места массового выхода людей на тонкий лед рек республики. В первую очередь это Саяно-Шушенское водохранилище и река Енисей. Также профилактические беседы проводятся с рыбаками на водоемах. Отмечается, что основное внимание уделяется детской безопасности.